семена томата, помидора, хали галеев 1 высевают в рассадные ящички в первой половине марта. Рассаду пересаживают в открытую почву в середине мая. Почва для высадки должна быть питательной, легкой, сорт раннеспелый. Период от массовых всходов до сбора урожая составляет примерно 102-107 дней. Кусты мощные, среднеоблиственные, высотой до 150 см. Плоды среднего размера, массой до 150-250 грамм. Кожица томатов хали галеев 1 гладкая, глянцевая, красная, плотная. Мякоть кисло-сладкая. Назначение плодов универсальное. Томат обыкновенный хали галеев 1 – это травянистые. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.